Чувашию в этом году могут поступить еще несколько новых троллейбусов. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров. Это результат тесного взаимодействия правительства республики с Минпромторгом Российской Федерации. Напомню, встреча главы ведомства с руководителем региона Олегом Николаевым состоялась 27 июня. Тогда была достигнута договоренность о поставке дополнительного электротранспорта в регион. 68 новых троллейбусов уже ездят по улицам Чебоксары и Новочебоксарска. Они закуплены в рамках федеральной программы. На эти цели из резервного фонда страны потратили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Вот как заявление федерального министра прокомментировали республики в региональном Минтрансе. В настоящее время Минпромторгом России определяется как бы сумма финансирования. И, соответственно, будет уже определено при количестве троллейбусов, которые будут закупаться. В течение августа месяца, надеюсь, Минпромторгом эта как бы цифра, она более конкретизируется.